20 октября, Марса Шлок. Мы будем сейчас испробовать аттракцион неслыханной щедрости. Вот, сюда надо забросить 50 центов. Вот. И что-нибудь вытащить оттуда. Ну, сейчас попробуем. Вот. Выпала такая вот штучка. На молнию. Ну, посмотрим, что там такое. Пусть играется, потом раскроем. Какая-то хрень, короче. Выпала какая-то хрень. Но Алиска довольна. Говорит, ой, еще хочу, давайте. Папа, мама. Папа, мама, тащите мне еще эти шарики. Шариков разных мячей. Вот за 1 евро шарик тоже есть. Вот такая. Что-то тоже там. Вот. Тут везде все по 1 евро. Можно ракидать целыми днями ходить. Показывает, типа, да-да. Я говорю, еще, да-да. Да-да. Вот еще. Вот. Шарики. А это маме? Вот так вот, в общем. Куда обратно положишь? А Даша обратно скажи, не надо. Говорит, ей не надо, обратно положишь сейчас. Это наш, еще надо шарик. Еще надо поменять. Еще надо. Говорит, давайте другой шарик. Давайте еще один шарик нам, быстро. Что такое, скажи, Алиса, да? Скажи, это мне беспонтовый такой. Да. Ну, вот так вот, в общем, шарики у нас. А, она запомнила, как крутить. Так вот уже все, соображалка. Марсошлоки. Ну, до следующего, наверное, уже видео. Сейчас до 3 минут дотянем, чтобы он был поинтересней. Вот шарик. Шарик. Какая-то завязочка. Что-то, в общем, непонятное. Вот так вот. Шарик. Ну, что там такое лежит в этом шарике? Кто знает, да? Замануха для детей. Вот, Potato Head, 6 часов только открыт. У них, кстати, много что открывается вечером. Днем они уже отдыхают, а вот так вот вечером до ночи работают. Так, Марс сошлок. Вот, Чинесе. Уисине. Тоже closed. Закрыт. Сейчас там коляску походим или что? Как вкусно пахнет тут. Ага. Вот, ну. Да, походим, конечно. Идем за коляской. Идем за коляской. И будем ходить. Тулит это продается. Вообще можно купить все. А вот машины они кладут, чтобы на солнце не перегревалось. У всех такие коврики всякие разные пошиты. Вот. Так что вот так вот, да. На маленьких колесе.
Ну что, до следующего видео, потому что я буду за колясочку надо достать.